Теперь Крым. В районе аэродрома Бельбек, это недалеко от Севастополя, обнаружена авиабомба времен Великой Отечественной. 50-килограммовой находкой занялись саперы Черноморского флота. Выяснилось, что взрыватель бомбы активирован, и перевозить ее крайне опасно. Поэтому решили уничтожить на месте. Зона вероятного разлета осколков была оцеплена, всех людей оттуда эвакуировали. Бомбу обложили мешками с песком и засыпали грунтом прямо в траншеи, где и нашли. Затем подорвали. Готов. Огонь!